Нет, я не попаду. Все, у меня демоническая форма уже сошла. Перестань. Че ты там блетаешь? А-ха-ха, не достал? А вот я достану. Блин, какой же это удар. Жух-жух. Эге-ге, здорово, бро, ты на канале ФГТВ, меня зовут Максим, и мы играем сегодня с тобой в Shadow Fight 4 Arena, и это не простая игра, это сервер разработчиков, и пока у меня есть доступ, я хотел бы сегодня поиграть за рысь, ребят, потому что я еще за него ни разу не играл, тем более сервер тут непростой, тут все открыто, есть все скины на рысь, давайте посмотрим, какая кастомизация, ну вот обычный скин, да, теневой демон, ну обычный для Shadow Fight 4, вот, есть глава ордена, сезонный скин и авантюрист, но больше всего, чуваки, мне нравится вот именно этот скин. Он мне напоминает чем-то Shadow Fight 2. Поэтому я выбираю его. Дальше идем с оружием смотреть, значит, что у нас. Здесь обычное самое оружие. Ну, вот, короче, две его вот эти когти-рыси, две вилки, да, так называемые, как я их называл, вилки. Вот, а если взять последние когти, наследие ассасинов называется, тут три, как классические когти-рыси. Поэтому надеваем их, конечно же. Идем дальше. Здесь я выбрал... это у нас что? Это у нас, по-моему, появление, да. Смотри, как классическое, опять же, Shadow Fight 2. Видал, как он появляется? Вот, я надел именно, экипировал именно эту, это появление, не знаю, как это назвать, не знаю. В общем, и так, это у нас, короче, победа. Если победа, я не знаю, почему здесь... А, это стойки, а это победные позы. Вот, где написано. Вот, стойки, это победные позы. Насмешки, ну, здесь смешки я, на самом деле, не использую. Поэтому поехали быстрее в бой. Чего уже, короче, разглагольствовать? Хочется уже побыстрее поиграть за тень. Пани Геймс ТВ и против меня... Это этот, как его? Руками, который дерется. Как его зовут, чуваки? Напишите в комментариях. А, я не знаю, как его зовут. Забыл. Постоянно забываю. Я очень плохо еще ориентируюсь. Shadow Fight 4. Привет! Привет, бро. Я не знаю, что тебе... Давай я тебе вот это покажу. Не, вот это вот. Смотри. Видал? Так, ну что, поехали. Значит, тень, что он умеет? Ой, тень, говорю, рысь. Что он умеет? Он ставит на враге вот такую вот метку, чуваки. И когда... Ой-ой-ой, тихо. И когда в теневую форму заходим, короче, вот эта метка, она взрывается. И вот смотри, я нажимаю, бах, он взорвался, видал? Бах! Вот этот удар у него, блин, офигенно, в теневой форме, это просто жесть. И мой враг офигевает просто. Ну я тоже вот такой смайлик могу тебе послать. Да, я играю, конечно, не против настоящих врагов, это искусственный интеллект, но тем не менее. Здесь, по-моему, на сервере против настоящих врагов. Ну это появление, какое оно классное. Против настоящих врагов, короче, здесь на серваке играть нельзя, по-моему. Так, это вот, короче, обычно комбо, он так протыкает. Вот, еще есть... Эй, бомба! Эй, ты бомбу мою профукал! Он же Алёшка, а? Сюда иди немножко. Падай немножко. Еще раз падай. Че ты там блетаешь? А-ха-ха, не достал? А вот я достану. Блин, какой же это удар. Жух-жух. Чух, все, просто своими вилками нарезал пельмешек и видал, исчез в конце. Торфы! Офигенно, просто офигенно. Блин, мне нравится. Пойдемте еще я вам покажу, что у него за способности есть. Ну, какие я выбрал, по крайней мере, перки. Вот, у меня сейчас выбрано... Так, а, пятый еще, да, у меня тут батл пасс, который я не открывал. Так, смотри, значит, что я выбрал. Я все выбрал почти по левой стороне, кроме вот этого. Вот, тело демона, время действия демонической силы увеличено. И метка главы ордена, время действия метки ордена увеличено. То есть метка сама дольше. Я выбрал, да, чтобы метка дольше работала. Вот, значит, что у него здесь еще есть? У него есть тактическое отступление, размер и урон взрыва при активации способности охотника во тьме увеличены. Ну, либо можно выбрать вот идеальная скрытность. Время действия способности охотника во тьме увеличено. Давай попробуем вот это выберем. Вот, так, шепот титана. Видал, нифига способность, шепот титана, чуваки. Шепот титана усиливает первую демоническую силу в раунде. Все такие рыси наносят бонусный урон. Вот, и есть еще острейшее лезвие. Каждая успешная атака когтями имеет шанс на так нанести повышенный урон. Ну давай вот эту попробуем выберем. Так, ненасытный демон. Когда активна демоническая сила, все атаки рыси восстановят его здоровье. Да, классно. Пока на... Так, и эгоист. Пока на противнике метка ордена, он не может получать теневую энергию. Тоже прикольно, прикинь.
Тоже прикольно. Так, и демонический принц. Смотри, атаки во время действия демонической силы дают дополнительную теневую энергию. И идеальный ассасин. Успешная атака в невидимости значительно сокращает время перезарядки. Ну я вот это выберу. А вот эгоист хорошая. Смотри, пока на противнике метка, он не может теневую энергию зарабатывать. А это круто. Это круто, согласись. Ладно, пошли дальше. Еще сыграем. Попробуем еще разочек. Да, отлично. Против меня этот, как его, как тебя звать, я забыл. Господи, Линк, да. Смотри, у меня все, да, по правой стороне. Вот этот ромбик, кстати, обозначает, видишь, на аватарке все. Блин, появление. Ну это реально Shadow Fight 2, чуваки. Реально Shadow Fight 2. Так, метка, смотри, вот у него сейчас. Вот этот удар только с ним вот надо угадать. Вот. Надо прыгать как-то. Видишь, он постоянно. У меня получается так, что постоянно я перепрыгиваю. Блин, вот сейчас исчез, но... Видишь, я постоянно перепрыгиваю практически. Я не знаю, какую дистанцию надо соблюдать, чтобы удар этот получился. Блин, вот сейчас, да, плохо было. Надо же! Ой, хорошо, усиленная атака, смотри. Что ты там мне показываешь, а? Вот, красиво как получилось в конце. В конце красиво получилось. А то я постоянно перепрыгиваю, а то в конце, да, вот дистанцию нормальную выбрал и просто идеально сработано. Да что ты там болтаешь, блин? А интересно, рысью добавит? У него мужской голос, хотя больше на девчонку, да, похож он здесь. Я вот сейчас вот тот, если скин выбрать, хотя вот он прыгает, смотри. Мужской голос. На! Да, да, мужской голос. Блин. Ой, жесть, он по мне попал. А, я попал. Эй. Да, ё-моё, не тот удар, какого фига. Вот сейчас тот, отлично. Я хочу теневую форму уже попробовать. Блин, не поймал. Нет! Вонючий линк. Вампир лорд какой-то. Лорд вампиров. Давай. А, опять что ли он меня задел? Почему я исчез? Во! Здорово, Ли. А, все, прикинь, он от взрыва умер. Он бомбу кидает, видал? И с бомбой исчезает. Классно. Прикольно. Вот смотри, пошли другой скинчик выберем. Я что-то не понимаю. Мне кажется, вот в этом скинчике рысь похож на мальчика. Но если вот этот скин взять классический, да? Пошли сюда. Так, где кастомизация? Вот это. Как будто девчонка. Нет? Фиг пойми. Ладно, давай выберем вот такой скинчик. Попробуем с таким скинчиком поиграть еще. Хочется же все скины посмотреть, как они просто, ну, в бою, как они. Ой, против меня, смотри, похожий чувак. Dragon Mentor. Dragon Mentor. Окей. А, король обезьян. Подготовка поля боя. Здесь, видишь, рога какие-то у него. А ну-ка. Появление. Да, такое же офигенное. Офигенное появление. Пошли, чувак, на. Красиво. Ой, сразу сильная атака, видал, прошла? Да, блин, когда враг лежит, лучше вот такие атаки делать. Ой, отлично. Вот, раз, два. Нет, не прошло. Ой, не достал, да как же так? А вот сейчас достаю. Блин, ну какую... Теневая у него просто шикарная. Просто шикарная. Я не понимаю, как эти, блин, боты отправляют мне еще стики свои, а? Прикольно. Прикольно. Я еще хочу за... Вот за кого вообще ни разу не играл, чуваки, так это за мясника. Еще хочу за мясника сыграть тоже, посмотреть, что у него там за скины. Давай, чел. Ну что ты... Что ты... Ох, отлично, видал, усиленная атака. Бах. Ой, как я его подловил, хорошо. А ну-ка, бомба. Блин. Короче, надо, чтобы когда я в режим вот в этот вхожу, демонический, да, так называемый. А, да, я, кстати, ногами еще ни разу не бил, по-моему. Хотя нет, бил. И все. И гагашка тебе. Тут идет атака титана, или как это называется, не знаю. Все, до свидос. Король обезьян повержен. Офигенно. Офигенно. Сейчас попробуем еще. Еще классический надо скин взять, я еще за него не играл. Ну, какой-то разницы особо я не заметил. А, кстати, я вам не сказал, вот это оружие, оно там что-то дает же дополнительно, еще какой-то урон. Вот здесь вот, видал?
появляется наследие ассасинов, уникальная способность. При низком уровне здоровья в рысе пробуждается демоническая сила. А ну-ка давай затестим. Так, давай возьмем вот этот вот самый обычный скин. Я им тоже еще не дрался, поэтому пошли посмотрим. А ну-ка давай попробуем сейчас специально будем получать урон. Саша! Саша? Реально Саша. Сашка, привет! Ты чё? Ты чё тут делаешь, Сашок? Ладно, давай попробуем. Или это может девочка, я не знаю, потому что... Да, привет, привет, кстати, ну. Как так быстро? Да, вот так вот, привет. Давай, нанеси мне урон. А, вон полоска, реально, да. Так, подожди. Давай, Сашка, бей. Ну, блин, бей. Вот, хорошо, нанесла. Ой, молодец, или нанес. Ой, хорошо, да. На полоске, давай, я хочу в демоническую эту форму какую-то там зайти. Давай, бьешь? Да, отлично. Я хочу протестировать, как эта динамоническая форма будет. О! Так. Я специально просто использовал все. Всю демоническую эту форму потратил. Давай, 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 бей меня. Пожалуйста. Сашка. Сашка, бей. Ну, Сашок. Ну, Сашок, ты сможешь. Сашок. Вот я. О, молодец. Давай еще. Ой, хорошо, да. Еще чуть-чуть и до полоски доползем уже, Сашка. Давай. Вот. Еще удар! Ну блин, ну пожалуйста. Ой, хорошо. Так, как, что за демоническая там форма будет? Еще. Да, отлично, все, зашел в какую-то демоническую форму. А, смотри, с когтями что у него. Реально, когти стали какие-то огромные. А, хорошая, говорит, игра. Да, игра вообще супер просто. Только я специально, как бы, хотел в демоническую... У него когти... У него когти увеличенные становятся, да? Или мне показалось? Как будто в теневой форме или в демонической форме. Тут непонятно, я путаюсь уже. Ладно, попробуем. Попробуем, Сашка, победить. Блин, ну нет, вот этот удар очень редко проходит. Да, в Shadow Fight 2 у него, получается, был разворот. С разворота он бил вот так, а здесь он бьет по-другому. Да, там он бил вот с разворота. Блин, прыжок не срабатывает. Да елки-палки, как же тебя победить, Сашок? Я хочу красиво в конце, понимаешь, Сашок? Сашок, хочу красиво. Ну дай красиво, пожалуйста. Да хватит летать, я понял, что ты уже ангел. Я понял? Ну, окей, ладно, блокирующая метка. И все, вырубил, короче. Прости, Сашок. Прости. Ну ладно, получилось так, как получилось. Хотел, блин, просто с прыжка вот так. Да, в Shadow Fight 2, если назад нажимаешь, он бил с разворота, а здесь просто отскакивает, видишь, назад. Ну, чем хороший ты туда, что дальние атаки вот не попадают по тебе. Если бы я сейчас сделал вовремя, то... Смотри, он убегает. Вот... Блин, не, не прошел. Да нет, зашел. Еще давай, победи меня. Ой, хорошо. Да, господи, не получается. Вот сейчас хорошо получилось. Сашок, я невидимо становлюсь. Ай! Да блин. Хочу в невидимости попробовать. Эй, Сашка. Все, блин, какашка. А сейчас, очумела. Ты очумела, что ли? Ой, я что-то ей там нанес урон. Да, господи, как ты это делаешь, а? Как ты это делаешь, Сашок? Ой, не попала! Отлично. А я вот попаду. Нет, я не попаду. Все, у меня демоническая форма уже сошла. Перестань. Умирай. Ой. Да, запомни, как мое имя. А вот он даже болтает. Да, нифига себе. Он даже болтает, чуваки. Офигенно. Ну что ж, на этом, я думаю, мы закончим сегодня видосик. Еще я хочу весь Бравл. Браво, какой браво, просто батл пасс, файт пасс он здесь называется, файт пасс весь закупить и сыграть за Магнус, как его, Магнус, да, Магнус, Магнус Маркус, вот. Ну мне, на самом деле, мне его даже покупать не надо, чуваки, он у меня уже есть. Ладно, с вами был Максим, спасибо, что посмотрели, надеюсь, вам понравился этот ролик, вот, открою еще вам на прощание сундучок, вот, видите, что мне тут выпадает, все... Все превращается в золото, потому что все бойцы прокачаны, прикинь.
Все бойцы прокачаны. Проснулись, ну-ка, смотри, сколько бонусов насыпали. Офигеть просто. Офигеть. Все, ребятки, пока.